Здравствуйте. Понимаете, передаю большой привет всем тем, кто недавно получил пиздюлей. Я с вами, братья. Пизды не стрёмно получить, пиздюлей. Ну, как бы нормальная хуйня. Жалко, жуп потерял. Сейчас похож на пирата, а так... Сиворол ем. Что еще сказать? Ну, он был больше, дура набитая, маргариновая, вот такая хуета, килограмм 120. И то ему в прыжке нормально зарядил, ребят, я вам честно говорю. Мы видим. Вот. Та-дам! Так, сейчас еще кое-что нам понадобится. Сейчас принесу. Ну, в принципе, все. У нас это получилось. Способ простой, но не всегда канает. Ну, короче, легко. Только прижитесь. Ничего. Что, сынок? Там крутая тёлка стоит. И что в ней крутой, сынок? Сиська, как твоя голова. Ничего себе, сынок. Что смешно? Жаль, что я маленький. Наживи! У меня низ живота болит. Бейте, пока не помню. Бля. Фу. Бля, я ёбну. Да не упадешь ты, давай. Ну все. Бля. Магнум, помогай! Я видос снимаю, слышишь? Все, схавал. Короче, ребята, я оставляю на свои труселя и все. Без меня. Чего с тобой? Ты на лавочку сел и упал. Я буду жесток к тому, кто хоть раз позарится на мою территорию. Ну, да. А, кстати, Вова бородатый сегодня получил по беспределу от меня. И он пожалеет, сучонок, что сунулся сюда. Я с каждого получаю бабос. И нехер было соваться ему на мою территушку. Ну, чем пока... это все да. Кончилось? Это кончилось тем, что он выплюнул юшку, я ему нос разбил. А в следующий раз я его пакую грузом 200. Тебе, Вова, не жить, запомни, мразь. Когда приходишь в тюрьму, хозяин должен на тюрьме быть один. И я хозяин. Все. А как ты его бил? Покажи, чтобы они видели хоть это. Покажи, как ты его бил. Ну еще хоть маленько что-нибудь. Вообще жестоко. А бил ты, ну движение, а как ты ему по лицу бил? Ты жестоко это. Вообще жестоко, да, уничтожал его? Да, жестоко. Ну вот ты жестко. Буду бить.
если. Аня, а вдруг кто-нибудь еще появится на твоей территории? Что ты ему сделаешь? Пожалей! Жестоко, да? Ну, понятно. Пожалей. Понятно. Клянусь, да? Ну ладно. Пожалеет, кто появится. Точно? Клянусь. А Вован, завтра Вован опять придет, говорит, приду к Толину, разберусь с ним. Завтра эта собака будет лежать мертвой. Чё? Я ему обещаю. Век мне воли не отдать. А вдруг посадят Толян? Да кто посадит вора в законе? Ну да, ты же рынок, да, говорят, держишь вообще? Конечно, я держу рынок. Это каждая все... шавочка, нахуй, должна свое место знать. Хуля нихуя. Ну понятно, Толян. Ну ладно, передам ребятам. Вот так. Пытайся. Просто пытайся. Ну, а я не буду пытаться, знаешь? А я перехваточку сделаю, пайка. А спину да. Хватишь, я тебя просто сломаю. Да, сломай. Родный. Ты сейчас, блядь, кто сломаешь? Ты меня сломаешь, падла? Блядь.